Владимир Минеев – многократный чемпион мира по кикбоксингу. За 4 года профессиональной карьеры в смешанных единоборствах провел 11 поединков, 9 из 10 побед одержал досрочно. Магомед Исмаилов провел победную серию из 7 поединков. Прямая трансляция из Москвы поединка Магомед Исмаилов – Владимир Минеев состоится 19 октября ориентировочно в 22:00 на канале Матч ТВ. Друзья, за кого из спортсменов вы будете болеть? Напишите в комментариях. Флойд Мейвезер продолжает подогревать интерес к возможному поединку с Хабибом Нурмагомедовым. Американец уверен, что такое противостояние вызовет настоящий ажиотаж и принесет ему рекордный гонорар. И вот его слова, цитата. «У меня постоянно спрашивают, почему я говорю о поединках с соперниками из смешанных единоборств? Ну послушайте, мы с Хабибом заработаем сумасшедшие деньги. Мы с Коннором собрали большую сумму. Я боксирую только с теми, кто приносит на стол большие цифры. Я готов к работе и к тому, чтобы повеселить публику. Мой бой с Коннором стал настоящим развлечением. Я даю людям то, что они хотят видеть», — говорит Мейвезер. А также Мейвезер заявил, что хочет снова подраться с Макгрегором, цитата. «Макгрегор продолжает нести чушь, так что мы еще не закончили. Когда мы разберемся с Хабибом, я снова подерусь с Коннором», — сказал Флойд. Предлагаю, друзья, послушать реакцию болельщиков на это заявление Флойда Мейвезера. Подписчик пишет: «Флойд просто чертов гений. Кто бы раньше тогда думался бить людей не из бокса, без какой-либо опасности для себя и получать за это кучу денег?» Еще один комментарий. «Думаю, Флойд может провести 2 боя за один вечер с ними обоими по очереди». Еще один комментарий. «Флойд красавец, но надо двигаться дальше и вызывать на бой Хэмилтона, Леброна, Месси, потом за звезд кино и эстрады можно взяться». Вот такие комментарии болельщиков. Пока это все. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокол, чтобы смотреть выпуски первыми. Также переходите в мой инстаграм по ссылке в описании, там новости обновляются каждый час. А мы с вами встретимся уже совсем скоро. Пока!